1 июля в Башкортостане увеличились тарифы на свет, газ, тепло и воду. Для Башкортостана на 2015 год с 1 июля установлен предельный индекс роста совокупной платы за коммунальные услуги – 14,3%. Стоимость услуг у каждой регулируемой организации разная и зависит от технологических особенностей оборудования и условий функционирования. По данным Республиканского госкомитета по тарифам, меньше всего подорожал свет – всего на 20 копеек за киловатт в час. Больше всего подорожало водоотведение – почти на 5 рублей за кубический метр. Кубический метр воды стал дороже на 1,5 рубля. Если вы используете газовую плиту, то за приготовление пищи теперь будете платить за 1 кубический метр на 80 копеек больше. Тепло подорожало на 182 рубля 72 копейки за 1 гигакалорий. Траты на горячую воду, как и на холодную, предстоят лишь тем, кто еще не установил счетчики и продолжает платить по нормативам. Вот согласно постановлению Госкомитета РБ, по тарифам при расчете стоимости коммунальных ресурсов с 1 июля будет применяться повышающий коэффициент в размере 1,2